Итак, сегодня стало известно об очередном задержании депутата Архангельского областного собрания. На этот раз в поле зрения правоохранительных органов попал Александр Савкин. Задержание связано не с депутатской деятельностью, а с его работой на посту председателя Федерации профсоюзов Архангельской области. По мнению следствия, Савкин вымогал деньги у Сергея Верещагина, директора подведомственного профсоюзной организации «Дома отдыха». Сотрудники регионального управления ФСБ задержали обоих при передаче денежных средств. По версии следствия, после назначения нового директора в Дом отдыха, единственным учредителем которого является Федерация профсоюзов, председатель профсоюзной организации потребовал регулярно передавать ему денежные средства суммами не менее 100 тысяч рублей, угрожая в противном случае расторгнуть заключенный с директором трудовой договор. Также установлено, что директор Дома отдыха, не желая затрачивать для передачи подкупа личные денежные средства, изымал их из кассы учреждения. Следствие полагает, что Верещагин дважды передавал деньги Савкину на общую сумму в 200 тысяч рублей. В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп», наказание по которой от штрафа до 12 лет лишения свободы.